Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Погромче, да. Можно чуть-чуть погромче? Да, ну как вот тоже. Да-да-да, слушаю. Вы откуда звоните? Я из Москвы звоню, Олимпийский 14. Кредит из Москвы звоните, а по какому вопросу? Да. Кредит Европобанка, отдел мониторинга, статник энергии. Очень хорошо. А то она ходит, все скрывает от меня. Что там, она должна много денег? От вас скрывает? Ага. У из банка, да, я так понимаю? Отлично, отлично. Ну, расскажите, что там у нее за проблема, а то она ничего не говорит мне. Это плохой способ скрывать долги, да, не платить за них. Это... Она, видите, она и мне ничего не рассказывает. Ну, ничего страшного, вы скоро все сами узнаете. Вы расскажите, что там, как там обстановка-то у нее? Я расскажу. У нее сейчас просроченная задолженность, а скоро будет исполнительный лист, соответственно, на столе судебного пристава исполнителя. Какой ужас. Вот это, да? Да, имущество. Что, так серьезно или ничего страшного? Так серьезно, нет, почему ничего страшного? Самое главное, чем ей грозит-то? Вам чем грозит? Да. Ну, если вы, соответственно, с ней вместе проживаете и прописываете, да? Ага. То вам это чем может грозить? Ну, тем, что ваше имущество, как ее, да, такие ценные вещи, электробытовую технику, возможно, мебель, да, опишут и продадут. А вот сколько если, она должна, елки-палки, вот стервоза-то, а? Сколько она набрала денег-то? Сколько набрала всего, что ли? Ну и у вас-то, я так чувствую, не только у вас-то. Ну, как я могу узнать за то, сколько ну, она... Ну, хотя бы у вас сколько она набрала? Как там вы... Не должна. Европа-банк? Ну, нам сейчас достаточно, да. Нам сейчас достаточно будет оплатить 55 тысяч рублей. 55? Задолженность. 55? Это она раз в месяц такие деньги должна платить вам? Сколько она там миллионов взяла-то у вас? Нет, а кто сказал, что раз в месяц? А как? А в общей сложности 55 она должна, что ли, да? Нет. А как? Про это разговора нет. Это просрочка. Ой, господи, скажите, не мучайте меня, скажите, сколько она у вас денег взяла? Это, соответственно, все деньги, которые она раньше должна была вернуть, но до сих пор не вернула. Это называется просрочка. А сколько ей достаточно. Дали вы денег-то вообще? И зачем вы ей давали? Алло. Вообще я вам, соответственно, не могу сейчас сказать, сколько всего и когда давали. Вот. Но, соответственно... Сумма ее долга, поверьте, гораздо больше, чем просрочка. Ну почему? Ну не мучайте меня, мужчина, не мучайте меня. Скажите, сколько я ей сегодня... Ой, она у меня сегодня получит. Ой, я ей сегодня жопу-то нарумяню. Ой, придет она от своих подружек. Сколько она должна? Повезло. Кому повезло? Вы издеваетесь, небось, что ли? Что, мне повезло? С женой со своей? Ну да, вам повезло, потому что вы даже не знаете, сколько у нее долгов. Это да, же я ее обеспечиваю, она еще за моей спиной деньги берет где-то, а? Как же она отдавать-то будет, да, а? Как же вы ее так обеспечиваете, что она вынуждена деньги брать? Так в том-то и дело, ладно бы для дела, а то берет для своих каких-то непонятно чего с подружками там. Что такое? Да, тогда плохо, действительно. Нет, так, нет, подождите. У меня такое ощущение, что вы подшучиваете над мной. Да нет, абсолютно нет. Использованный лист какой-то, или как это правильно? Я просто не специалист. Использованный лист вы говорили? Что? Ой, как я неправильно, наверное, выразился. Исполненный лист, использованный лист, вы что-то говорили. Да, исполнительский лист.
Исполнительский лист называется, да? А что это? Да, что это за документ-то хоть? Это что это? Это банк такой лист может написать, да? Нет, это когда уже исполнительное производство будет возбуждаться, тогда документ. Не, ну это понятно, исполненный лист, исполнительное производство. А кто что как это банк возбуждает это производство? Нет, это уже ФССП, когда работает. ФСБ? Нет, ФССП, Федеральная служба судебных приставов. В стране у нас есть такая организация, да. Я слышал, да, слышал. У меня у друга там... Ой, у меня сейчас сердце остановится. Понятно. Ну, может, вы, чтобы до этого действительно не доводить. Да, погасите просто задолженность досрочную за свою супругу. Вы говорили, 55 тысяч надо оплатить. Где же я их возьму-то? Не знаю, а вы работаете? Ну, по мере сил, возможностей, да. Нас тут, в общем, маляром я работаю. Да. Понятно. Ну, тогда не поможете вы своей супруге. Что ж делать-то? Посоветуйте. Тогда... Может, как-то можно разобраться с этим листом чертовым? Можно, соответственно, сейчас пока сделать реструктуризацию. Наш банк готов. Вот, хорошо как. А и что будет? Будет новый график выплаты на более лояльных условиях. И 55 вот этих страшных тысяч не надо платить будет? Да, и не надо будет сейчас платить. А когда надо будет? Не, вы говорите честно, я люблю честно. Маленькими суммами нужно будет по чуть-чуть платить, как кредит. По чуть-чуть. Ну, маленькими, это да. Какими маленькими? Не все сразу, а постепенно. Ну, график сделаем, рассчитаем. Мужчина, подождите, только к трубку не кладите. Да. Вот смотрите, у меня зарплата 14 тысяч, и я там еще могу краску продать. Ну, знаете, там, так, я вот только никому говорите. Вот. И мне нужно, сколько? Ну, сколько вы можете мне сделать, чтобы я буду платить за нее? Ну, раз вы так говорите. Да. Можем, в принципе... Я боюсь, на самом деле, честно, я-то, конечно, ее пожурю, сегодня придет, но она у меня такая бой-баба, с ней конфликтовать-то страшно, можно и отхватить, я-то такой подкаблучник, вы знаете. Ой, жизнь моя жестянка, да что ж делать-то? Там можно сделать 4700, по второму там 1003. Что по первому? Как понять по второму? Что, два кредита? У нее два кредита. Их количество я вам не могу сообщить. Их там всего два или... 4700 можно сделать по... Давайте по двум хотя бы. Я тогда продам краску, потяну небось. Ой-ой-ой, а работы-то нет. Вот сейчас мы там одну бандуру закрасим, потом месяц без работы будем сидеть. Что же делать? Делать реструктуризацию тогда, да. Так реструктуризацию. А что будет, если она не будет платить еще, хотя бы месяц? Ну, если сейчас не платить и вообще ничего не делать, то будут в суд подавать, потому что сроки запредельные. А сколько она уже не платит? Долго. Сколько? Достаточно, чтобы подавать. Сейчас, подождите, как вас звать? У меня тут трубку хотят взять. У меня зашел тут наш юрист. Дмитрий Евгеньевич, поговорите, пожалуйста, из банка звонят. Как вас звать? Скажите, я сейчас трубку передам. Сергей. А отчество ваше, будьте любезны. Сергей Сергеевич. Как? Илья Сергеевич? Сергей Сергеевич. Сейчас, Дмитрий Евгеньевич сейчас трубку возьмет. Алло, слушаю.